Мы приехали отдыхать в отель «Седьмое небо» всей семьей. С нами была наша дочь 3-летнего возраста и сыночек 5 месяцев. Встретили нас очень радушно, персонал очень приветливый и приятный. Отвели нас в наш номер, большой, просторный. Мы чувствовали себя в нем как дома. Сразу же впечатлил пейзаж. Как только мы вышли к морю, море очень близко, море рядом, море видно с балкона, с террасы. Впечатлило побережье, впечатлили горы, которые видно. Энергетика очень добрая здесь, здесь очень уютно. Ты вдыхаешь это с каждым глотком воздуха. Кормили очень вкусно. Для самых гурманов, помимо основного меню, есть дополнительные функции. Можно заказать любое блюдо на выбор, даже самое изысканное. Отдельно вам приготовят, и даже если нужно, принесут в номер. Так же самое можно выйти и покушать на террасе с видом на море, на горы, дышать этим чудесным воздухом. Этот отдых мы будем вспоминать целый год, потому что мы зарядились этими эмоциями, этим положительным настроением, этой энергетикой, и мы бы хотели бы здесь быть дольше. Мы с семьей здесь не первый год отдыхаем. Вот в этом году приехали с маленьким ребенком нашим. Вот, очень нравится нам. Ему очень нравится. Есть детская комната, где можно поиграть. Малыш играет с детьми, а вечером можно его оставить. Есть профессиональная няня, которая может с ним заняться. Совсем близко от отеля есть хороший парк. Очень красивый, с прекрасным замком Княгини Гагариной. Мыс-плато, с которого открывается красивый вид на Аюдак. Мы прекрасно провели отпуск, очень довольны. Отдохнули замечательно, ребенок довольный. Лето, море, солнце – это здорово.